20 тысяч это у твоего худшего артиста 20 тысяч, а у твоего лучшего артиста сколько? 400. Да, ну 400 нет, 47 тысяч. Нормально, да? Собрали мы олимпийский. Спасибо большое. Из Пскова привет большой. Слушай, я столько людей в блог в Инстаграме засовываю, что мне кажется, у меня так медленно стали расти подписчики, нет? Нет ощущения. Да, мне кажется, потому что я в блог закидываю постоянно. Топками просто. Лев, что ты такой серьезный? Лев, серьезный, смотрите, видите. Вот он, серьезный Лев. Расстроился, Лева. Блогерша, привет. Привет, Сомск, Омску большой привет, Пятигорску. Кто тебе больше нравится, Эмир или Кемаль? Ну, два таких героя, абсолютно вообще разных. По-своему, и несмотря на то, что Эмир он должен вызывать антипатию, но как-то так получилось, что он и симпатию в том числе может вызывать. Вообще, мне больше всего нравится мой муж, если честно. Ксюха, привет из Дядьково. Ты клевые твои детки, спасибо большое. Слушайте, сегодня такое было это. Ржака такая была, сейчас сидели в гримерке, а я в параллель ищу офисное помещение для своего бэнк-бэнк. Мы будем шоурум еще открывать, еще один. И, в общем, какие же люди попадаются? Я ж в шоке просто звоню одной из риэлторш, там написано, вот такое-то помещение, там-то находится, типа, вот, звоните по такому-то номеру. Ну, выключи. Находится по такому-то, значит, адресу. Я звоню этой тетке, говорю, здрасте. Она говорит, здрасте. Я говорю, я хотела бы помещение посмотреть. Она говорит, какой адрес? Я ей сообщаю, какой адрес. А она говорит, а как вас зовут? Я говорю, Ксения. Она трубку положила. Я перезваниваю. Говорю, вам мое имя не понравилось или что? Она говорит, нет, ну что вы хотите? Я говорю, я хочу помещение посмотреть. Это сегодня помещение не показываем. И трубку положила. Вообще нормальный человек? Я ей третий раз звоню. А я говорю, девушка, вы вообще как это в порядке? Не звоните сюда больше. В общем, нормальные вообще попадаются риэлторши. Я в шоке просто. Слышишь ты, которая помещениями там это на Мясницкой арендаторша ты хренова, я тебе хочу сказать. Если я еще узнаю, в каком агентстве ты работаешь, я тебе такую кузькину мать устрою, тебе вообще мало не покажется просто. Ксюха, привет большой из Балашихи. Балашихи тоже большой привет. Нормально вообще? Она просто продавец года. Арендатор года ей надо просто дать премию. Я считаю, что она у нее супер, супер получается вообще работать. Ее бывшего мужа Ксюша звали. Да, бывшего мужа Ксюша. Если у нее муж Ксюша был, знаешь, я вообще молчу просто. Ксюша, привет из Якутска. Якутску большой привет. Хана ей. Не, ну реально, Лех, ей хана, потому что, блин, вот слава богу, ей повезло, что не было написано, в каком агентстве она это работает. Такая вообще крысятина. С Ужура привет. Ничего себе, есть такой город, Ужур. Ты что, мне на видео снимаешь? 54 тысячи. Странная риэлторша. Реально странная. Вот, ребят, скажите, вообще просто шок, шок, шок. Ксюш, как ты делаешь такой красивый мейкап? Ой. Смотрите, сколько у меня тут косметики. Сейчас я вам покажу. Сколько у нас тут косметики. Стало пораньше, как Стало пораньше, как это бывает, видите? Накрасилась. Вот. Вот моя косметика. У нас тут два чемодана. Когда в отпуск? Еще не скоро. Никуда нас не отпускают, ни в какой отпуск. Нет, я не дома. Вы считаете, я бы у себя дома так стены бы покрасила в такой цвет, скажите, вот такой вот. И ресепшн у меня дома, и вот Лёва этот в ботинках ходит. Хотите, покажу вам, где мы снимаем программу «Перезагрузка». Сейчас я вам покажу. Вот, кстати, говорят, что я беременная. Говорят, что я ребенок вредный. Нет со мною никакого сладу. У меня рецепт проверенный, дайте мне побольше шоколада, дайте мне побольше, дайте мне побольше. Вот такая у нас студия, вот видите? Дай мне. А у них тут, ты смотри, как они читают. Что за надпись, ребят? Охит. 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 Экувка.
Я тебя люблю. Спасибо большое. Это мне. Это Лёве. Ксюша, передай привет, пожалуйста, маме из Казахстана. Где героиня? А героини, здрасте, а мне еще нельзя вам героини показывать. У нас вот есть оператор, танцует все время. Смотрите, видите, вон он. Все здесь. Я в прямом эфире. Все едят, вон, видите, у нас. Вот моя программа «Перезагрузка», все здесь. Смотри, Муня. Как этот, комбикорм? Как он называется? Не комбикорм, кинокорм. Но мне до сих пор не принесли. Я вам хочу сказать, вот они все едят, видите? Но мне никто поесть не принес. Вот, видите, та-дам! Наконец-то мне принесли. Спасибо большое. А туда отнесешь, ладно, примерку? Хомяки, спасибо большое. Приятного аппетита, спасибо. Да, хочу к вам на съемочную площадку. Приезжайте. Привет из Беларуси. Профан встречу. Нет, не в три ночи. Девушка пишет, что она не в три ночи тебе писала. Профан встречу писала. Какая еще раз напишет? А что ты блокируешь людей просто так? Ну, значит, что-то не то написала. Ну, что она тебе могла? Да, уважаемый Лев. А соизволите ли любить? Да, не будете ли вы так любезно? Ну как, я не знаю. Питер, большой привет. Караганда. Тагил. О, привет, Тагил. Извините, не могу с вами достойным образом поздороваться. 55 тысяч смотрит, как Бородина ест. Бедная Марушечка. Марушечка заболела, зайчик. До 5 утра вообще, до 4. Не спала, плохо ей было. Но не ротавирус, потому что у нее температуры нету. Ну вот как-то завтра надо на спектакль, не знаю, надеюсь, что все будет хорошо. Зачем он сидит с тобой? Кто, Лёва? Охраняет меня. Вот как такая, как риэлторша, попадется кто-нибудь рядом. Когда покажут это личико? Не знаю. Не решили. Все сейчас болеют, да. Я согласна. Ты что так разговариваешь? Алло, это кто? А это кто? Мне тоже так звонят. Мне платили давно, только сейчас пришла в видео. Тихо, я в эфире. А чего, какая разница? Мне кажется, хоть выставишь мимимишную, найдут, к чему придраться. А какой тебе звонил номер? Не 912, не слушаю. Мне уже два позвонили. 210 и 925. А мне не логика. Покажи живот, она пишет. А еще что тебе показать? Хочешь, что другое покажу? Сначала я жду от тебя фото, что ты мне свои титьки пришлешь, потом я тебе свой живот покажу. Баба пишет, девушка, нормально еще? Покажи живот. Вообще нормально? Ты в адеквашке? Приятного, Ксю, спасибо, Вик. Спасибо большое. Рим, иди тоже. Лёва. Все живот ей быстро показали. Она ждет, сидит. Она сидит у себя в офисе, ей скучно. Она говорит, дай-ка я напишу, живот покажу. Женщина. Вон. Пришла тут тоже твоя подопечная. Лёв. Угу. Бабы тоже с ума сошли. Я говорю про риэлтор, что сейчас им рассказала. Сегодняшнее утреннее. Не звони сюда больше. Риэлтор года, я говорю, ей надо дать премию. Ксюш, передай привет Японии. Япония, большой привет. Женщины, я не танцую. Как ваше здоровье? Нормально, все хорошо. Бывает, с головой не обращай. Как детки твои? Нормально все, приятного. Спасибо. Так вкусно, не могу. Прям вкусную курицу мне сегодня принесли. Из Перми привет. Секретный миллионер передачи Денис. Что? Секретный миллионер передачи Денис Симачев всех обманул. Кто это такой? Я не знаю. И что, кого он там обманул? Секретный миллион. Мне предлагали эту программу, кстати. Я отказалась. Раз в месяц предлагаю. Раз в месяц предлагаю?
Да. Нет, спасибо. Вот они тебе знают, здравствуй, говорю. С Кропоткиным привет. О, Кропоткиным. А где это Кропоткиным? Это Украина. А, да? Оренбургу привет большое. Ты всегда. Я сейчас рассказала, как я с утра пораньше встала, накрасила сегодня. Сама. Показала всю свою косметику. Рима просто приезжает, проверяет, хорошо накрасилась или нет. Лев, ты меня разблокируешь, тебе тут пишут? Ну завтра-то я могу не сказать. СМС-ку мне напишешь. Кропоткин — это Краснодарский край. Украина. Для него все, Ростов-на-Дону, Украина тоже. Кто? Ты че? Ростов-то. А кто с тобой рядом? Вот со мной рядом мои люди. Мои люди всегда вместе со мной. Вот они, смотрите. Привет, Хашкин. Хашкин. Я люблю свою работу. Чего вы там повесили на вешалочку? Белеет парус одинокий. Передай привет Лотосу. Харьков привет. Сургуту привет. Нефтекамску привет. Как ты? Нормально. Слышь, Пушкин мне сейчас пишет, ты что, счастье для волос сделала? Я говорю, Пушкин, я тебе сейчас прачку добавлю. Что случилось? Счастье для волос — это этот. Процедура такая для волос. Ну да. Где это? В Украине? Лейбл. Ханты, привет. Египет, привет. В Египте, да, в Египте тоже, слушайте, везде. Что случилось? Теракт? Да, вот теракт. В Египте? Объявили военное положение, да, в которое 30 лет было, только закончилось в 12 году. Объявили опять. Да ладно. А сегодня утром смотрели. Церковь взорвали. Да. Церковь взорвали в Египте? Церковь? А как церковь? Откуда? Ну, грузовая машина снесла толпу. Ну, значит, несколько. А, может. А что, там церкви есть в Египте, они мусульмане? Ну, подожди, где же машина? Христиане тоже есть? Где? Угу. Стокгольм. Вон, салам алейкум тебе из Ингушетии. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Привет с Магаса. Я все время Магас, когда слышу, думаю, что это Магас. Ну, магазин мы так называем Магас. Сегодня привет из Благовещенска. Слушайте, ну это сейчас вот даже в Европу не поедешь. Я сегодня зиме пишу, говорю, Зиш, давай поедем. А он говорит, ты что, там одни теракты. Да, я вот вообще... Я вот так в Париж хотела. И что, теперь вообще никуда не съездишь? Только на Сейшелок. Только на Сейшелок можно. Ну а что, потому что там по этим проверяются. Лев, возьми, пожалуйста. Ну что, давайте это. Дагестану большой привет. Да нет. Что, сумасшедший голодный? А что ты не ешь ничего, Лёш? Да он сейчас в маке пойдет нажрется. Из Волгограда. Да, смертник в соборе. Как раз у них была служба. Курбан мусульманин, конечно. Где сидишь? Вот я этот фан-клуб добавил. Нет ни одного от них сообщения. Нам сейчас в смс типа разблокировать у меня. Ни одного сообщения от них нет. Может, у это... Не, ну она не будет брать на хорошую девочку. Ну, а я что буду? Ксюш, вы были в Пятигорске? Ну, я, ну, в принципе. Да, была в Пятигорске, была. Хотел вторую взорвать, не получилось. Ничего себе, кошмар какой вообще. Ребят, что творится, а вообще? Ужас, ужас. А, ну есть там, видите, христиане в Египте. Я все время думала, что они мусульмане. Я все время... И они между собой, да, не это? Ну да. Не знаю, я писала. Я тебя видела. Оль, ну поправь меня. Все, я уж кадр сейчас пойду. Рим, поправь меня. Да. Вы были в Нальчике? Да, там была я. Была я в Нальчике. Была-была. Считается. Из Грозного. 34 человека погибло. Кошмар какой, ничего себе. Где? В Египте. 40 человек. 40 погибло? Угу.
Ничего себе. Кто-то написал бисер. Господи. А что с губами? А что с губами? Ты напиши, что с губами. Те же лучше, те же виднее по ту сторону. Что за футболка, какая фирма? Не знаю, мы все уже сейчас... Да. Все, пятиминутная готовность. Все думают, что все мусульмане террористы. Да нет, почему? Ой, я вам сейчас видео такое покажу, ужасно. Видели, что прислали? Это пипец вообще. Кому прислали? Да, в интернете, мне кажется, куда? Всем. Куда? Извините, пожалуйста. А, не, ну сейчас можно покажу, да. Жесть? Ну, вот по мне так это прям да. Привет, Чебоксары. Кипр мне не нравится вообще. Не нравится как отдых, ну, не нравится. Я Турцию люблю. Вот мы... У меня уже три города бомбят. А это вы откуда, из какого города? Осетинские пироги люблю, очень вкусные, да. Но не всегда можно себе их позволить, конечно. Большой привет, тоже привет, привет, привет. 60 тысяч уже пришло. Мы сейчас снимаем программу «Перезагрузка». Гардероб у нас идет сейчас. Ты сейчас столько подставных видео всяких, правда. Знаете, чтобы, да. Грузия. В Перми когда будешь? Не знаю, ребят, я сейчас не гастролирую. Единственное, что если только какие-то мероприятия вести, я веду там свадьбы, дни рождения, открытие салонов красоты, это все вот, пожалуйста, ко льву. Мастер-класс. Да, мы в Белгород сейчас едем с мастер-классом. С удовольствием. Такие все истории. Но только не диджейство. Диджеям уже все, хватит. Уже это неприкольно смотрится. Тейка не оценит. Тейк уже не оценит, да. Ты болеешь? Нет, не болею. Перезагрузка реально помогает морально? Ну, конечно. Конечно, мне кажется, это очень такой, такая серьезная история для людей, которые участвуют во всем этом. Когда ты поедешь в Белгород? 13 мая ждите. 13 мая приеду. Омску большой привет. А 17 мы едем в Краснодар. Я тоже? Ты нет. А мы едем на открытие. Каплан звал тебя? Ну, да. Поехали. Рима, молодец. Вот вообще сейчас ты очень шикарно. Что-то сразу со светом у нас стало. Штанги разбились. А футболка из твоей коллекции? Нет, не из моей коллекции футболка. Ну, я пришла сюда, это я сейчас выйду в этом в эфир, а пришла я сюда в платье, который Бэнгмен, который сегодня ставил, в черном. Еще детей планируете? Не знаю. Пока перерыв. Пока перерыв на обед. Рина такая, пока? Да, я попал, куда вы звонили? Я тут хотел это, и тебя, и трубку. Да, заходи, заходи. Но я в эфире. Ты хотела сказать по героиням? Да, давай. Ну давай-ка, покажи, какая еще. Вот, слушай, которая попомнит. Все, поняла, хорошо. Там, слушай, генералов трех убитых. Ладно. Ты сейчас все расскажешь людям. Извините. Ты заранее. Ну, заранее все расскажешь. Извините. Прикольная программа «Перезагрузка». Очень мне нравится. Съемки хорошо проходят. Люди пишут, что я поправилась чуток. Девочка ковид встала. Поправилась-то? Ну, жиробасин стала. Алло. С тобой работать, наверное, одно удовольствие. Расскажите, девочки, что завтра работает, одно удовольствие. Конечно. Конечно. Передай, пожалуйста, привет Еревану.
у вас все подстроено. Мне кажется, это у вас все подстроено. У нас вообще-то реалити-шоу, все по-настоящему. Почему до этого уходила с перезагрузки? Да. Ну, до этого уходила с перезагрузки. Так получилось, что с графиком «Дома-2» не получалось совмещать. И там были свои нюансы. Ушла сейчас опять. Перезагрузка платная. В смысле, что вы имеете в виду, ребят? Как в смысле платная? Как попасть на программу «Перезагрузка»? Вот миллион вопросов по этому поводу. Есть кастинги, которые мы проводим. Есть же телефоны во время программы, да, идут и говорят, где проходит кастинг. Смотрите программу, и там все написано. Через меня точно попасть невозможно. Все пытаются там каких-то своих знакомых, мне еще кого-то. Я сразу говорю, что у нас реалити-шоу, это все по-настоящему. Поэтому вот это вот, Ксюш, возьми мою подружку, это не получится. Не поправлюсь, отлично выглядит. Спасибо большое. Ну что же, я пойду сейчас на съемочную площадку. Поправившиеся. Смотри, тут эта этикеточка в штанах у меня сразу. Вот говорят, XS у меня размер. Видите, а вы говорите, я поправилась. Так. Ну что? Куда ты собираешься? Да, на программу собираюсь. Так, тихо, как мне проехать, пройти-то, дайте. Все камеры твоя, твоя. Но ты на ней не работаешь. Потом тебе скажу, я тебе приготовила там классные. Ты должна вот так вот отойти и тебе показывать. Ну что, ребят? Ребят, работа меня. Будем работать. Короче, с камерой не стали. Ждем, сейчас выйдем в кадр. А, ребят, давайте, пока. Да. Давай зафиксируем. А кто? Все, ребят, камеры. А, где? А, простите, какие камеры? Секундочку. Извини, что туда? Стоп, ребят. Подержи. Петличку. Да, что, на самом так майку ли заправить? Да. Ир. Да, да. Мы так оставим майку ли заправить? Это наша. Как у тебя? Где была направлена? Не была. Нет. Сколько время в Москве сейчас? Я уже даже не знаю. 16:21. 16:21, не в 17:21, надо срочно отсюда ехать. Когда домашний день, не знаю, пока.